Шалом, уважаемые, с вами снова Илья Механик, и это Дневники Раритетовича. И сегодня, как говорится, послесловие после моего предыдущего видео о приводе спидометра на Ригу 2134 Стелла, мне написали еще два запроса, кстати, интересно видеть его. Один из запросов о вот этой вот, по-своему, редкой и ценной крышке. Я думаю, вы поняли, да, чего эта крышка? От МП-046. Я ее сегодня снял в гараже. Сегодня среда, у нас вечером зашел после работы. Повозился в дальний угол гаража. Зашел, открутил и снял ее. Но это превью. Съемка основная будет на выходных. И вторую просьбу, которую просил один из моих подписчиков, рассказать о приводе спидометре на двигатель ША-57. То есть я вот зашел, я помню, у меня крышка была. Я даже скажу вам, у меня их три оказалось, этих крышки от ША-57. Движков всего лишь два. Но вот сейчас вас должно смущать вот эта крышка, да? Ничего не замечаете, что-то как-то не так. Да? Вот тут что-то должно быть. Наверное, отверстие под стопорный болт. И что вы думаете? Вы правильно думаете. Это редкая крышка от ША-57 для верховины 4, без привода спидометра. Я сам был в шоке, что у меня есть такое счастье. Кстати, мои обе верховины 4 шли с ША-51К. Это мне бонусом досталась эта крышка с прошлогодней покупкой, там выезд гаража, гаражная распродажа была. Вот, и вот эту крышку я готов продать коллекционерам. То есть, кто жаждет иметь у себя на верховине 4 ША-57 редких выпусков без привода спидометров, прошу любить и жаловать. Цена вопроса символическая, всего лишь там, сколько, ну, 270 гривен, $10 по старому курсу, по ноябрьскому курсу. Вот крышка ваша, по факту тут вроде особых таких вот эффектов нет. Ну, вот это вот небольшие окисы, все это чистится. Тут есть остатки молотковой эмали, можете наблюдать. То есть, эти крышки красились в молотковую эмаль. Ну, те, кто коллекционирует, те в курсе. То есть, ну, тут, естественно, чуть-чуть забита грань. Ну, это такая мелочь. Прошу любить и жаловать. 270 гривен, и это прелесть для вас. Даже тут есть, кстати, одна направляечка. Второй не было. Ну, как есть, так и отдаю. Вот тут все целое, не разбито. Вот. И по приводу спидометра ША-57, в двух тех крышках остальных у меня не оказалось этого привода. Ну, вот, понимаете, по какой причине тут его нет, а в других вывалена вот эта вот шестеренка приводная. Вот. А третья крышка, в которой рабочий привод, стоит на мопеде, он в дальнем углу. И я его, как говорится, оттуда достану только на выходных. Ну, я сниму и сниму для вас видео. На выходных же будет видео по изготовлению вот этого вот кожуха для МП-046. Чертежами, всеми делами. То есть, ну, кому надо, тот дождется. Тут у меня небольшой бардак на столе. У меня случилась оказия. Сдался передний переключатель. Переключился в последний раз и все. На нижнюю передачу. Больше на высшую передачу не переключился. Я с ним разберусь на днях. Тут куча пружинок, стопоров. Короче, будем доделывать. Так что ждите следующей серии. Я никуда не пропал. Просто готовлю материал. Всем пока!